Друзья, всем привет! Продолжаю познавать токарное искусство, и сегодня должно быть достаточно интересное видео. Хочу попробовать нарезать резьбу с помощью фрезера. В прошлом видео мы изготовили оправку для него, ну и в принципе фрезер показал довольно-таки неплохие результаты. Спокойно, без напряга он снимает 1 мм дюралюминия, фрезерует без всяких вибраций. И это меня натолкнуло на мысль, почему бы не попробовать нарезать резьбу. Специально для этих целей я заказал в Китае твердосплавную фрезу из карбида вольфрама. Здесь угол заточки 60 градусов. Фреза очень качественная, очень острая. Диаметр хвостовика 8 мм, как раз под мой маленький фрезер. В общем, ставим и пробуем. Все будем делать по ГОСТу. Вот у меня есть распечатанные стержни под нарезание метрической резьбы. ГОСТ старый, не знаю, действующий он или нет, но очень меня выручает, очень упрощает мне работу и расчеты. В общем, резьба будет М42, шаг 4 мм. Здесь уже указан диаметр номинальный, в который нужно подготовить стержень. Я уже все это сделал под определенный шаг резьбы. Свой диаметр. Плюс ко всему к этому я еще хочу потренироваться в нарезании многозаходных резьб. И сегодня мы будем нарезать 10-заходную резьбу. И если мы хотим нарезать 10-заходную резьбу, нужно шаг умножить на количество заходов. То есть 4 на 10 и получаем шаг 40. Настраиваем на него станок и режем. Но это не последнее сегодняшнее усложнение. Один из подписчиков предложил мне попробовать нарезать двунаправленную резьбу одновременно, чтобы на болте была и левая, и правая резьба. В общем, эта идея не выходит у меня из головы, и попробуем это реализовать. Фреза должна быть очень точно выставлена, впрочем, как и резец при нарезании резьбы, строго под углом 90 градусов к стержню. Это мне поможет сделать вот такой вот шаблон, его еще называют рыбкой. Теперь для того, чтобы знать, насколько заглубляться, нам нужно сделать еще одну настройку. При вращении заготовки слегка коснуться фрезой и выставить лимб поперечной подачи на 0. Еще нам нужно сделать обязательно канавку для выхода фрезы. Отлично! 20 оборотов в минуту выставил минимально возможное. Этого будет многовато, я уже пробовал. Слишком быстро идет нарезание. Поэтому на помощь нам придет частотный преобразователь. Уменьшаем еще в 5 раз. И теперь патрон крутится вот с такой очень-очень медленной скоростью. Не знаю, сколько это оборотов в минуту получается. Как резьба у нас многозаходная, нам не обойтись без часового индикатора. И каждый последующий виток многозаходной резьбы нужно будет смещать на 4 мм. Кстати, мне его подарил мой друг Женя Койот. Женька, огромное тебе спасибо, видишь, уже пошло в дело. Вот это роскошный, просто роскошный какой-то часовой индикатор. Немецкий. Глубина врезания будет 3 мм, буду делать за 3 прохода. Первый проход 2 мм, второй 9 десяток и последний чистовой 1 десятка. Еще уменьшил обороты. Сейчас стоит на частотнике 4 Гц. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку с фрезы. Ну что, по-моему, очень-очень достойно. Можно делать не за 3 захода, а за 4. То есть последние не 9 десяток, а 5 и 4, и потом чистовой. Будет еще лучше, наверное. Смещаем по индикатору на 4 мм. Раз, два, три, 4. Белиссимо. Ну что, ребят, насколько пока я вижу, очень и очень достойно. Мне нравится, что получается. По-моему, очень здорово получается. Но осталось, ребят, нам профрезеровать один виток. Постараюсь показать вблизи, как это происходит. Thank you.
Стружка получается очень тонкая и острая, как иголки. Я вам хочу сказать, что втыкается она очень хорошо. Я, наверное, уже получил штук 100 за нос. Как вам токарное искусство в деле? Резьба 10 заходов, представляете? Очень красиво получается. Ну а теперь нам нужно нарезать резьбу прямо на этом болту. Только в другую сторону, левую. Такого еще никто не делал. Настраиваем станок на левую резьбу и повторяем всю ту же процедуру. Все те же 10 витков, только в другую сторону. Мазочка. Ну так потихонечку идет процесс. Ребята, должен признаться, совершил я грубую ошибку. На радостях я уже под конец немножко невнимательный стал и сдвинул, грубо говоря, следующий виток больше, чем нужно, на 1 миллиметр. Потом я это уже заметил. К сожалению, это брак, и нужно все переделать. Но ничего страшного. С какого-то периода жизни я стараюсь все свои проекты, все начатые дела доделывать. И это очень помогает, кстати, в развитии, в обучении и так далее. Не забрасывайте и вы, если что-то не получается. Так что все по новой, и обязательно завершим это такой маленький эксперимент, маленький проектик. Для чего это накатка такая? Чтобы кожа слазила. Мужская, да, получается, накаточка? Да. И второй вопрос. Зачем ты испортил рыбку? Она теперь на рыбку явно не похожа. Но она и была не похожа на рыбку. Но называется она по-прежнему рыбкой. Я в шоке. Ну как тебе вообще такая резьба? Резьба? Ну я надеюсь, она будет закручиваться так же, как и выглядит. Я тоже. Посмотрим. Никто не знает, потому что еще никто не делал такого. Как ни зайду, он все точит и точит, точит и точит, точит и точит. Уже как к дьяволу захожу в очередной раз. Да, я прошел здесь, конечно, через Крым и Рим, по-другому не скажешь. Но зато дзен поднялся немного мой. Поднялся дзен? Есть, наконец-таки, друзья, миссия выполнена. Не полностью, конечно, нужно еще гайки две изготовить. Ну а так, красота вообще. Скажу вам честно, это уже четвертая попытка. И наконец-таки удачная. Вот первая, здесь я просто поспешил. И один виток сдвинул больше, чем нужно. Начал все делать заново. Но у нас в гаражном кооперативе выключают свет каждый вечер примерно в 9 часов. Можно попросить продлить до 11. Это сделано для безопасности. И в самый неподходящий момент вырубили, и сломалась у меня фреза. Я очень расстроился. Но решил не сдаваться, нарезал резьбу. Третий раз, можно сказать, профрезеровал. Наверное, так будет точнее. Но получилось немножко неточно. Контролировал сдвигание витков не по лимбу малой продольной подачи, а с помощью часового индикатора. Но, к сожалению, наверное, из-за нехватки опыта у меня накапливалась ошибка.
И получилось довольно-таки очень неточно. Было видно, что идет довольно-таки неплохое смещение. И все вот здесь вот было волнами. Но четвертый раз уже с довольно-таки большим багажом опыта контролировал только по лимбу. Получилось очень-очень хорошо. Я очень доволен, если не сказать, что счастлив. Если вам интересно, здесь получилось 540 ромбовидных пирамид. Очень злая накатка и одновременно 10-заходная двунаправленная резьба. Не знаю, как правильно назвать, двунаправленная или двусторонняя резьба, потому что сразу и левая, и правая. Ребят, фреза показала себя с очень хорошей стороны. Если б я ее не сломал, то она все 4 попытки спокойно дорезала бы без заточки. После 2 попыток она была еще очень-очень острая. Покажу вам, какое качество получается вблизи. От этой фрезы. Фреза 60 градусов. Переточил я фрезу как смог. Конечно, она уже не резала, не фрезеровала так хорошо, как в начале. Но все равно я смог закончить. Я делал больше проходов просто. Так что весьма рекомендую. Кому нужно, ребята, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Напомню, что это твердосплавная фреза из карбида вольфрама. Угол 60 градусов. Фреза огонь просто. Осталось всего ничего. Нарезать 2 10-заходные гайки. Одну с левой, другую с правой резьбой. Наконец-таки, друзья, это свершилось. Я закончил. Для меня это было 5 дней токарных работ. Для вас около 10 минут. Но скажу я вам, то уровень в токарном искусстве у меня повысился. Ну что, давайте попробуем. Это правая гайка. И левая. Ух ты. Вот это да. Вот это я понимаю. Интересно, а будут ли они сами закручиваться? Да ты что? Что, так можно было? Есть! Есть, есть, есть! Смотрите, как еще можно. Просто нет слов. Вау. Все, друзья, спиннер в прошлом. Теперь успокаивать нервы можно с помощью болта. Единственное замечание, он должен быть 10-заходный. Ну что, ребят, как ваш мозг? Мой лично немножко кипит от данной головоломки. Ну, очень круто получилось, я очень доволен. Настроение просто на 100%. Рад, что у меня получился этот проектик. Кому понравилось, обязательно поддержите лайком, пусть все это увидят. Подписывайтесь на канал также, кто еще не подписан. У меня на сегодня все. Всем пока, до скорых встреч.